нанесение номеров и эмблем, спортпринты. Добрый вечер, друзья. Компания в спорте.ру и Северная лига ЛФЛ начинает прямую трансляцию матча 11-го тура высшего дивизиона А. Нева и Легион сегодня сойдутся на Флотской в поединке, ну, потенциальном поединке за седьмое место. Потенциально, потому что Легион еще не набирал очков в весенней части турнира. У Невы 6 баллов в активе есть. Ну и, в принципе, в случае победы команда Валерия Нурова гарантирует себе как минимум седьмую строчку, а может быть поборется и за что-то больше. О турнирных раскладах поговорим чуть позже. Там много интересного и в связи с результатами тура в том числе. Но по большому счету и те, и другие, наверное, могут считать этот чемпионат провальным. В отношении Невы, наверное, это в большей степени можно сказать. Легион все-таки в любом случае закончит сезон на самом высоком месте в своей истории. Но хотелось большего и амбиции, конечно, и футболистов, и руководства клубов. Наверное, не могут считать... не позволяют считать вот такие результаты удовлетворительными. Ну что ж, сигнал к старту мы услышали. Главный арбитр сегодняшней встречи Владимир Коржевский, ваш комментатор Кирилл Разумовский. И давайте по составам играющих команд пройдемся. Тем более, что сегодня минимальное число замен и у тех, и у других. Значит, что... В принципе, все вот действующие лица, ну, те футболисты, которые сейчас вышли на поле, и те, которые расположены на скамейке, будут в игре задействованы. Итак, у Невы в воротах Станислав Плохих, номер один. Три защитника слева направо. Игорь Шутин, 10-й. Евгений Евгеньев, 5-й. И Степан Ребенко, номер 22-й. В центральной зоне Игорь Лаврентьев, у него номер 4. На футболке, на трусах 23, если кому-то удастся разглядеть эти небольшие номера на шортах. По флангам атаки Игорь Крыжановский, номер 18, и Георгий Мичичкин, у него номер 11, и впереди Александр Эгамбердиев, номер 7. Одна замена у команды Валерия Нурова. На скамейке запасных расположился Артак Алексанян. У Легиона состав следующий. В воротах Александр Дементьев, 35-й номер. Сегодня он с капитанской повязкой в отсутствие Александра Седова. Ну, о потерях поговорим чуть позже. Сначала назову тех, кто играет. В центре обороны Игорь Дермаков, номер 77. А здесь момент у Казаряна, и в последний момент его удар накрывают. Последнюю секунду буквально успел, по-моему, Ребенко ногу выставить. Угловой Легион зарабатывает. Ну и продолжим после розыгрыша корнера. Еще один удар Казаряна. И мяч в сетку с внешней стороны попадает. Это не опасно было. Плохих все контролировал. В обороне у Легиона слева сейчас играет Дмитрий Нероков, номер 33. Справа Кирилл Сумароков, номер 66. В опорной зоне Дмитрий Ефремов, номер 8. Два атакующих полузащитника. Ну или сегодня вынуждены быть атакующими, наверное, в большей степени. Это Виталий Обласов, номер 88. И Амирхан Арсланов, номер 25. Вот сейчас он с мячом и бьет по воротам. Опять блокируют защитники Тудар. И на острие Попин Казарян, номер 7. У Легиона две замены. Сергей Миронов и Максим Лукьянов. У обеих команд много потерь. Но пока такие пространные разговоры вести нам игра не позволяет. Соперники достаточно активно начали. И здесь даже Легион как-то поинтереснее на первых минутах выглядит. Навалился всерьез. И моменты создает у ворот Плохих. Тот вроде бы справляется пока вместе со своими защитниками, но не удается Неве мяч под контроль забрать и что-то конструктивное попытаться сделать. Ну вот сейчас, может быть, небольшая пауза, мяч за боковую ушел, и
скажу о тех, кто отсутствует и кто наверняка бы сыграл в других обстоятельствах. У «Легиона» травмированные братья Андриановы. И, в общем, если Вячеслав Андрианов достаточно давно уже не играет, то Павел после возвращения в состав, в обойму, должен был усилить ростер, разнообразить тактические варианты для команды. Но вот тоже сломался и теперь помочь «Легиону» не может. Ну а кроме этого заслуживает внимания отсутствие Александра Седова. Он вчера в игре за дубль получил красную карточку. Там эпизод был спорный. Кто-то считает, что излишне строг был рефери к капитану «Легионеров», но имело место отмашка в сторону судьи. Ну а все остальное уже предмет разбирательств. И, в общем, посмотрим, как КДК эту ситуацию будет разруливать. Конечно, вы можете сами посмотреть запись вчерашней трансляции и оценить, было ли там касание, как записано в протоколе, или нет, и вообще направление. Ну, мне казалось, что Седов не мог видеть судью в этой ситуации, но какая разница, была бы отмашка в сторону соперника. Ну, в общем, может быть, слишком жесткое наказание, но по правилам, не отбыв дисквалификацию в игре дубля, нельзя участвовать и в матче основных составов, поэтому Седов сегодня элегантно выглядит, но игровую форму, естественно, не надевал и в матче участие не примет. Что касается Невы, то здесь тоже достаточно потерь. Во-первых, отсутствуют те футболисты, которые профессиональные карьеры продолжают. Они и так не всегда приезжают на матчи, но все-таки сегодня, мне кажется, самая сложная ситуация за последнее время. В обороне нет Алексея Мамонова, нет Никиты Сергеева, ну а впереди отсутствует Вадим Пронкин, например, который в этом сезоне несколько матчей за него провел. Причем нельзя сказать, что сыграл там очень уж здорово. По крайней мере, себе прошлогоднему уступал однозначно. Но все равно какое-никакое усиление Валерию Нурову, в общем, конечно, сейчас тяжело на оптимальный состав рассчитывать. Но вот здесь момент. Ух, Крыжановский. Нет, понятно, что задумывал. Вот похожий гол у нас все время в заставке крутится. Его Станислав Дубровин забил пару сезонов назад, когда за «Терминатор» выступал, так подсек внешней стороной стопы после передачи с фланга. Но здесь была немножко другая ситуация, и, мне кажется, было время у Крыжановского как-то решить этот эпизод. Ну, а перед этим, пока я рассуждал, удар Казаряна через руки Станислава Плохих пришелся в штангу. В общем, интересно, игра развивается. Темп, наверное, не очень высокий, но вполне приличные для этого времени сезона и года. Сегодня было очень жарко днем. Вот если играть пришлось, например, там в 12 или в час дня, то футболистам, конечно, тяжелее было бы эти скорости обеспечить. Сейчас под вечер чуть ветерок и поприятней. Но все равно уже вот такой по-настоящему летний футбол. Конечно, будут много сил тратить футболисты, и все больше и больше, собственно, в концовке сезона. Ну вот, продолжая о потерях, отсутствует Антон Киреев. У него такой моторный игрок, который, в общем, может быть, не слишком результативен, по большому счету, но очень полезен для своей команды. Он занимается такой важной функцией в Неве. Он тащит мяч в атаку частенько, и от него идет угроза в первой стадии этих атак. Ну вот, может быть, другие футболисты его роль будут выполнять сегодня. Ну а пока Игорь Крыжановский счет открывает мощным ударом после серии рикошетов. Дементьев, конечно, был бессилен. Удар пушечный с линии штрафной. И на 9-й минуте Нева выходит вперед. «Легион» неплохо начал, но затем инициативу отдал, и гол выглядит логичным. Перед этим мы с вами видели несколько моментов
у ворот Дементьева. 1-0. Но, в общем, я думаю, это не конец. Хотя соперники, как правило, играют низовые матчи. Много мячей в этих поединках не занимается. Но «Легиону» сейчас нечего терять. И пытаться там 1-0 отстоять какой-то минимальный счет, ну, никакого смысла нет. Нужно пытаться играть в атаку и пытаться свою победу завоевать. Победу или хотя бы ничью. В общем, первое очко или очки в весенней части сезона. Ну вот я сказал, что немного мячей забивают эти команды, потом подумал, были все-таки разгромы, когда «Легион» вышел выше дивизиона, в принципе, показал себя командой, которая против грандов умеет играть, но это действительно всегда проще. Закрылся, надеешься на то, что много мячей соперник не забьет, ну а там где-то и на контратаке подловить. Ну, в общем, и не выигрывал крупную «Легион», но не разгромно, скажем так. Ну а в последнее время «Легион» просто испытывает проблемы с забиванием мячей именно «Неве». По сезону-то, что удивительно, «Легион» забил даже больше, чем команда Валерия Нурова. 11 мячей было у «Невы», при том, что 6 очков имеется, и «Нева» обыграла «Легион» в первом круге вот этого весеннего этапа чемпионата с счетом 2-0. А осенью в отборочном турнире, или, скажем так, в самом первом этапе чемпионата, также была победа, но там 3-0. Игра закончилась. Так что в этом сезоне «Легион» «Неве» не забивал, а вообще однажды даже обыгрывал. 6 раз соперники играли между собой, 5 побед у «Невы», ну и одна победа на счету «Легиона», и тот матч вообще был знаковым. «Легион» образцово сыграл на контратаках и выиграл. «Нева» атаковала, висела практически на воротах, были штанги, здорово играл голкипер, по-моему, Дементьев в том матче защищал ворота «Легиона». И потом, по окончании игры, Валерий Нуров сказал вот ставшую знаменитой фразу: «Ну вот, мы и опустились до уровня «Легиона». Ну а сейчас, по большому счету, это действительно команды одного уровня. «Нева» — самый титулованный клуб «Севера» по чемпионским титулам. А после момента Гамбердиева в дальний угол удар. Все правильно делал, не попадает. 7-й номер. Игра продолжается. Так вот, 5 чемпионских титулов. Понятно, есть и другие трофеи, и кубки, и кубок ЛФЛ в том числе. И бронзовые медали команда завоевывала. Но вот на сегодняшний день и по уровню футболистов, которые в команде сейчас находятся, где-то рядом. Есть свои плюсы и минусы у тех, у других. «Нева», наверное, все-таки чуть более мастеровитый коллектив, потому что здесь футболисты собраны, ну, просто игравшие в более крутых клубах и чуть большего в формате ЛФЛ добившиеся. Ну, у «Легиона» есть свои звезды, есть Казарян, есть тот же Дементьев, и есть интересные футболисты, также имевшие определенную карьеру. Виталий Обласов, например, ну или вот Кирилл Сумароков, который в «Легионе» появился до травмы, очень ярко выступал и, в общем, на позиции защитника крайнего у него альтернативы не было. Но вот в турнирном отношении, конечно, разница есть все-таки, потому что одно дело 0 очков, как у «Легиона», причем после 10 проведенных матчей, другое дело 2 победы «Невы» и игра в запасе. Ну, понятно, что «Неве» будет сложно набрать очки с кем-то из грандов, но вот, например, сегодня победа, ну, вероятно, я не скажу гарантированно, нет, здесь по-всякому может сложиться.
Ну, в общем, вполне вероятно. И у него есть еще матчи с APC, есть матчи с Gold Shark, есть матчи с CDK, который и сам сейчас не в большом порядке. Так что, по-хорошему, за пятую, да даже за четвертую строчку Нева, в принципе, может зацепиться. Объективно, после вчерашней победы APC над Gold Shark, сейчас интересная ситуация вот в середине турнирной таблицы. Ну, первая тройка, наверное, определилась. Да, сегодня вечером еще Гефест сыграет с Динамо. И здесь от этого результата тоже будет многое зависеть, потому что если динамовцы проигрывают, то пару лидеров они не догонят уже ни при каких обстоятельствах. Но если посмотреть на позиции с 4 по 7, то здесь следующее положение дел. У ЦДК 14 очков. На пятую строчку вышел APC. У него 12 баллов. У Gold Shark 11, но на 2 игры меньше. Правда, эти игры с Невой и Интером. Да, и здесь совершенно не гарантировано ничего акулам. И у него 6. Если сегодня обыгрывает Легион, будет 9. Собственно, ну, а в чем проблема? 5 очков до ЦДК, выигрывая у APC Gold Shark, например, и у того же ЦДК, и занимая 4-ю строчку, что по текущему сезону будет успехом несомненным. В прошлом году Нева бронзовые медали завоевала, но там была совсем другая команда, и по составу, и организационной составляющей по-другому устроенная просто команда, которая спонсировалась компанией Ростех, и были совсем другие люди в руководстве. Валерий Нуров так чуть в сторону отошел и выполнял функции президента клуба, а руководил командой Александр Акуненко. Ну и очень много футболистов по окончании сезона перешли в другие клубы. Естественно, это не в лучшую сторону на силе Невы сказалось. Ну, это все расклады. Давайте на поле посмотрим. Здесь продолжается борьба. У Легиона уже замены даже произошли. Ну, или точнее, замена, если точным быть. Максим Лукьянов под 21-м номером появился. Он заменил Амира Арсланова. А у Невы на поле вышел Артак Алексанян. Посмотрим вместо кого. Вот сейчас он получил возможность завершить атаку. Пробил, и Дементьев выручил команду. Кого не видим мы? По-моему, Лаврентьев отправился на скамейку запасных. Митечкина финтит на правом фланге, вынужден назад передачу отдать. Крыжановский забрасывает в направлении Гамбердеева. И Гамбердеев нам привет передает. Неприятная ситуация. Неоднократно нам тут стекла разбивали в комментаторской кабине. И сейчас буквально в нескольких десятках сантиметров мяч по крыше так прозвенел. Обошлось. Ну и атака, по большому счету, у него не получилось. Там поопаснее все изначально выглядело. И второй волной после сейва Дементьева. Но Нева завладела инициативой. Теперь уже прочно, теперь уже больше мячом владеет. Нужно налаживать игровые связи. Совсем новый коллектив. И вот, вы знаете, не первый матч Невы в этом сезоне комментирую. И не первый раз говорю, что опять команда обновилась, опять нужно время. В данном случае совершенно без иронии это говорю, но действительно с Валерием Нуровым разговаривали. Так, после этого момента Крыжановский убегает, Дермаков фолит, это красная карточка. До свидания, Игорь Дермаков. Вы сегодня слабое звено в обороне Легиона, и вы не сыграете еще в следующей игре после майских праздников с ЦДК. Это еще одна проблема, потому что и так на позиции центрального защитника были определенные сложности у Легиона. Сегодня нет Максима Белокрылова. Видимо, ему придется в следующем матче на этой позиции выходить. Ну, или как-то перекраивать состав Александру Седову.
для того, чтобы эту дыру заткнуть. Но у нас практически до конца первого тайма Нева будет действовать в большинстве. И сейчас еще Крыжановский получил возможность со штрафного сделать дубль и увеличить преимущество своей команды. Ух, какой мощный и столь же неточный удар. Новая сеточка. У нас в ограждении стадиона появилась, но и она не спасла бы. Просто мяч попал в самую верхнюю планку вот этой вот заградительного забора. Понятен был расчет Крыжановского, прямой удар во вратарский, так называемый угол, но с близкого расстояния, и, может быть, Дементьев бы не успел среагировать, но в итоге получилось не опасно. Так, посмотрим, как Нева распорядится своим преимуществом. И так-то владела инициативой команда Нурова. Сейчас получит возможность подольше мячом владеть, ничего, половине реализовывая лишнего. Ребенка назад, плохих. Пока не получается ничего у него. И Легион даже лучше мяч держит, играя в меньшинстве. Так, какие перестановки? Видимо, Дмитрий Нероков будет в центре обороны действовать. Сергей Миронов появился на левом фланге защиты. Так, Арсланов перешел направо, и Сумароков играет на позиции левого полузащитника. Хотя это все не точно. Вот сейчас по ситуации наоборот. Миронов перешел в центр, вместе с Виталием Обласовым он рядышком находится в центральном круге, а Сумароков действует слева на своей привычной позиции. Может быть и так, и Казарян будет просто свободного художника исполнять, бегать впереди, пытаться зацепиться за мяч, найти себе момент для удара. Ну, как минимум до тех пор, пока не выйдет Максим Лукьянов, седьмой полевой игрок. А больше особо замен-то... А, ну и еще Дмитрий Ефремов, да, есть. Вот они вдвоем теперь остались в качестве футболиста, способных усилить игру красно-серых. Так вот, продолжая разговор о Неве, наверное, сказать, что сейчас-то Валерий Нуров может быть на эмоциях, но у него, наверное, не самый приятный период, вот как руководителя клуба Альбийской футбольной лиги. И опять он заговорил так потихонечку, намеками о том, что может, в общем-то, команда прекратить свое существование, мол, хватит. Ну, а потом он после своего вот этого монолога, он так в конце сказал, а может быть и нет. Вот, и действительно мне показалось, что вот это может быть, оно тоже достаточно вероятное. Да и, в принципе, вы знаете, есть разные причины, в котором заканчивают свое существование разные команды. А у нас и в этом сезоне-то в разных округах чемпионы всего и вся ушли. Такая возникла дыра зияющая. У нас «Терминатор» снялся, «Атлантис», футбольный клуб «Барс» на западе, футбольный клуб «Нижгары» на востоке, например. Ну и клубы помельче, но тоже, в общем, принимающие участие в борьбе за медали, принимавшие «Азимут», например, на севере. В общем, это неизбежно, эти процессы всегда в ЛФЛ происходили, и достаточно много хороших команд и победителей Еврокубков, например, мы потеряли, но в основном все-таки пытаются руководители клубов продать как часть жизни, так Азарян устремляется к мячу после ошибки защитника, ну даже не защитника, а в этой ситуации то был Алексанян, и
Мне показалось, что Казарян не улучшил себе позицию. Евгеньева один в один он не обыграл. Как бы в сторону пришлось смещаться и ударить в дальний угол. Уже меньше шансов имел. В общем, даже в первой фазе, когда прямо по центру Казарян находился, дальний удар, наверное, более опасным получился. Так вот, особенных причин сейчас Валерия Нурова закрывать Неву я лично не вижу. Просто требуется время на основные коллективы. Играют не отдельные футболисты, а команды. И в команде должна быть соответствующая атмосфера. Ну а когда постоянно новички появляются, и футболисты, ну, грубо говоря, даже не знают друг друга как следует. И когда руководитель команды не всегда знает сильные и слабые стороны всех своих игроков, и появляются новички, их нужно встраивать. Естественно, это процесс болезненный, и сразу на результат рассчитывать сложно. Но потенциал у него есть. В общем-то, футболисты здесь собраны разные, и разные по возрасту, в том числе. Так, сейчас Крыжановский, да, желтую карточку получит. А за что? Ну, за кадром. Даже не за кадром, а может быть в кадре. Просто я не обратил внимания. Просто запишем. Ну, там похоже на недисциплинированное поведение было. Так вот. Так вот, футболисты талантливые и разные по возрасту, в том числе и по опыту выступления в Львовской футбольной лиге, но, в принципе, интересные, из которых команду лепить можно, и, может быть, это не будет топ-грандом на уровне всей Львовской футбольной лиги, а там, вы знаете, и очень много бывших профессионалов играет сейчас, и футболисты, только-только завершившие карьеру, и, конечно, соответствовать тяжелее становится. Но таким боевым коллективом, способным бороться за медали в Северном округе, не вам может быть. Я бы обратил внимание на Евгения Евгеньева и Степана Ребенка. Это футболисты достаточно молодые еще, но Евгеньев-то совсем молодой, Ребенка чуть постарше, но все равно 23 года. И в свое время этот футболист был капитаном молодежной сборной России. Причем совершенно безоговорочно. И почему у него не сложилась профессиональная карьера, и почему у него не получилось многое в футболе, это одна из загадок, собственно, нашего профессионального спорта. И слишком много факторов всегда влияет, и где-то сами игроки виноваты, но подчас и не лучшим образом складывается просто ситуация там с агентами, с футбольными клубами и так далее. Ну вот по 95-му году те, кто знают, то футболиста, ну, считали его одним из самых талантливых. Ну, он, в общем-то, статный, мощный, и да, сейчас, конечно, ему требуется время, чтобы форму набрать оптимальную физическую, потому что видно, что чуть-чуть, наверное, он не в идеале, да, вот так я мягко скажу. Но в целом, ну вот сейчас он с мячом на ваших экранах, но в целом здесь совершенно не оспаривается тот уровень мастерства, который у него есть. Евгений тоже говорит, интересно, он может на разных позициях сыграть, но и как защитник, вот где его Валерий Нуров чуть ли не впервые сейчас использует, раскрывается и в молодежной сборной «Север» играть на этой позиции, а при этом, в общем-то, может пойти и повыше и сыграть под нападающим, и он забивал уже в этом чемпионате. У него, еще раз повторюсь, всего 11 мячей было забито. Вот до этого гола Крыжановского сегодняшнего. Но вот Евгеньев также свою фамилию в протокол вписывал. Игорь Лаврентьев достаточно интересный полузащитник. Его просто сложно сравнивать, например, с Дмитрием Лушниковым, который в прошлом сезоне на этой позиции за него играл. Ну, просто они разноплановые игроки, но вот в целом мне кажется, что Лаврентьев способен выйти на тот же уровень. К тому же Лушников сейчас в обороне играет в «Титане», а не в центре поля, как играл в «Неве».
Здесь Евгеньев отличный удар головой, высоко выпрыгнул. После подачи Дементьев «Легион» выручает. И красно-серый в полном составе теперь будут играть. Действительно вышел Максим Лукьянов на поле. Ну, а что касается остальных, вот Александр Гамбердеев, который уже в Неве тысячу лет, его уровень, в принципе, тренерскому штабу понятен, и он способен по многу забивать. Дело в том, что ему нужно просто найти правильную позицию. Наверное, в прошлый сезон показал, что Гамбердеев — это не чистый нападающий, удобнее ему действовать из глубины. В прошлом году Нева играла с двумя защитниками и с активными вингерами. И в этой схеме Гамбердеев, ну, не то чтобы был незаменимым, но был таким важным элементом и назабивал достаточно много. Ну и вот совсем свежее приобретение. Георгий Митичкин, да, такой миниатюрный футболист, но очень техничный, нацеленный на дриблинг, на взрывную такую работу на фланге с следующим ударом. А так Алексанян, вот сейчас вы видели, он попробовал с левой пробить, и Дементьеву там пришлось выручать. В общем, есть футболисты, нужно просто создавать из них коллектив, точечно проводить усиление, и можно будет на что-то рассчитывать. Ну а пока за этими разговорами у нас первый тайм закончился. Нева ведет 1-0 благодаря голу, который на 9-й минуте забил Игорь Крыжановский. Ну и давайте отдыхать. Наверное, во втором тайме «Легион» попробует что-то изменить. По крайней мере, обстоятельства теперь ему не мешают. Теперь команда будет в полном составе действовать. Но нужно как-то игру перестраивать и пытаться найти возможности для того, чтобы свои атаки проводить, а не только обороняться. Нанесение надписей на форму. «Спортпринт-М». Возвращаются команды после небольшого перерыва. Ну и вот я так сейчас смотрю в окно, мне кажется, дождик у нас намечается. Обещали сегодня грозу в Москве, так значительно потемнело. Сейчас, я думаю, искусственное освещение на стадионе включат в том числе. Ну а пока все готово к началу второго тайма. И Попин Казарян делает передачу назад Виталию Обласову. «Легион» начинает второй тайм, проигрывая 0-1. По составам команд давайте сейчас пройдемся, потому что если вы только начали смотреть нашу трансляцию только что и не видели событий первой половины, то наверняка удивитесь, особенно в отношении «Легиона». В воротах Александр Дементьев, в центре обороны Дмитрий Неруков, слева играет Кирилл Сумароков, справа Амирхан Арсланов. Такие перестановки произошли, потому что Игорь Дермаков на 19-й минуте был удален за фол последней надежды, так называемый, ну или лишение явной возможности забить гол, как это звучит правильно на языке арбитров. Поэтому «Легион» и 10 минут играл в меньшинстве и был вынужден тут перестраиваться, перетасовывать состав в защите прежде всего. В центре поля Дмитрий Ефремов, рядом с ним Виталий Обласов и Максим Лукьянов, и впереди Попин Казарян. Я думаю, здесь и без номеров все понятно, с остановкой «Легиона» после удаления Дермакова разобраться, ну, не как с биномом Ньютона, довольно просто, только Сергей Миронов. Сейчас на скамейке запасных. Он выходил, причем в опорную зону. И я думаю, также еще выйдет, ну, потому что тому же Лукьянову, совсем юному игроку, 16 лет, замена потребуется. И сейчас он играет, конечно, каждая его игра в составе «Легиона» — это колоссальнейший опыт. Просто колоссальный, и огромный, и очень важный. Теперь «Нева». Проводит сейчас атаку, ее завершает Георгий Митичкин дальним ударом
И мяч уходит выше ворот. Ну а состав такой в воротах: Станислав Плохих, в обороне Игорь Шутин, Евгений Евгеньев и Степан Ребенко. В центре поля Игорь Лаврентьев, на флангах сейчас Артак Алексанян и Георгий Мичкин, на стре Александр Гамбердиев, а здесь бьет Казарян, опять дали пробить на ударную позицию, ну точнее сам выбрался скорее Казарян, он отскакивает так от линии штрафной, чуть назад, и получает вот эту свободу, а затем бьет, и рядом со штангой мяч проходит. Ну, не то чтобы прям облизывая штангу, да, но на опасном расстоянии. Так что, конечно, повнимательнее стоит быть в обороне, если она хочет этот матч выиграть. В итоге счет пока довольно скользкий. На скамейке запасных команды Валерия Нурова сейчас Игорь Крыжановский находится. И все. Всего 9 человек в заявке. Крыжановский, помимо того, что забил гол, еще желтую карточку получил в самом конце первого тайма. Поэтому пока другие футболисты играют. Ну и справляются неплохо. И Шутин выбивает мяч за боковую. Через ногу соперника и сохраняет таким образом мяч для Невы. Таребенко. С ближним партнером. И здорово Митечкин разобрался. Лаврентьев направо. Митечкин штрафной. Нужно завершать в атаку удар. И мне показалось, что Дементьев даже раньше удара начал направо валиться. То есть он угадал направление удара. Я сразу вспомнил гол, который Бавария забила мадридскому Реалу в полуфинале Лиги Чемпионов, когда в похожей манере голкипер Реала попытался прочесть действия подающего, а тот в ближний угол направил, то ли у него чуть срезался мяч, то ли осознанно так делал, в итоге гол там получился. Сейчас удар у Мичкина вышел плотный, но Дементьев его легко отбил, да и угловой потом никаких дивидендов не принес. От ворот Дементьев выносит, но здесь никто не цепляется. Лукьянов пытался мяч достать, но там аут все равно. И в этом эпизоде Владимиру Коржевскому блестяще ассистировал Игорь Елисеев, резервный арбитр. Казарян на острие. Момент и гол 1-1. Показалось, кому-то там показалось, что были нарушены правила на фланге, но Коржевский разрешил продолжить игру. Последовала передача в штрафную, и Казарян разобрался в этом эпизоде. Ну что ж, интересней становится. Интересней и 25 почти минут еще у команд на то, чтобы вырвать победу. Сейчас Легион перехватывает мяч. Абласов направо и Амирхан Арсланов второй гол проводит. Ну сколько там прошло? Секунд, наверное, 20-30. Теперь Легион уже ведет в счете, и Нева как-то внезапно напорол, знаете, как на подводный риф, такой танкер шел в Северном Ледовитом океане, все у него было здорово, уверенно, погода хорошая, штиль, и вдруг на тебе, получает сильный крен, не то чтобы прям вот тонуть начинает, но теперь от команды требуются активные действия. Здорово. Переворачивает сейчас Легион игру. Здорово это для зрителей. Будет нам поинтересней смотреть. Я вот не скажу, что было скучно в первом тайме, да, но все-таки Нева, получив преимущество, атаковал довольно академично. Были моменты неплохие, но вот прям чтобы Дементьев в поте лица трудился, такого не было.
Ефремов. Нет, Ефремов перепрыгнул, а здесь Крыжановский не сумел мяч остановить. Но бывает так в футболе, когда команда проигрывает, потом удаление, и вроде бы все не так, как должно быть, и не получается, и не складывается. Затем, ну, как-то сплачивается, и дополнительные моральные силы где-то находят в себе, играют даже лучше. Вот в этом контексте удаление Дермакова, вот выиграет «Легион», ну и похвалить его останется только. С другой стороны, все-таки, как мне кажется, Нева инициативу отдала сама и не забила в большинстве. Затем был перерыв, и вот после перерыва вот так немножечко на пониженной передаче стало действовать. Я не знаю, услышали вы на интершуме, Валерий Нуров после второго пропущенного мяча сказал: ну это безобразие, и не поспоришь. Это действительно так. Подобные ляпы в обороне допускать не надо. Теперь перестроения какие-то последовали. Евгеньев поднялся повыше. Сейчас посмотрим, это на постоянной основе или просто временное явление. Потому что Евгеньев вообще игрок, который умеет и любит подключаться. Это Крыжановский. Опасный удар. Дементьев выручает команду. А сейчас просто сзади остался Игорь Ишутин. Вот Евгений вроде на позицию защитника опустился. Ну, просто смотрите, сколько перемещений, как опорный хавбек скорее играет. Шутин, Ребенко и Крыжановский. Ну, может быть, и в два защитника него стал играть. Надо смотреть, конечно, так по 2-3 минутам очень сложно оценить схему. Вот сейчас располагается так. Ишутин последний, Митечкин слева, Ребенко справа, а Евгеньев в центре. В центре вместо Игоря Лаврентьева. Лаврентьева, кстати, не вижу даже на скамейке запасных. Возможно, он получил какое-то повреждение или по каким-то иным причинам продолжить игру не может. Так, Митечкин. Мяч здорово принял. Передача вперед. Внешней стороной стопы. Смотрелось эффектно, но вышло неточно. Александр Седов спокоен. Я думаю, сейчас тяжело ему скрывать удовлетворение от игры своей команды. Но, как любой тренер, пока игра не завершилась, будет хмурить брови. Все может перемениться в любой момент, это понятно. Нева как-то растерянно немножко выглядит сейчас, но времени-то еще полно, и может так статься, что и прибавят. Пока все хорошо для «Легиона». И футболисты какую-то уверенность получили. Сейчас здорово на чужой половине спокойно катают мяч. А вот здесь здорово играет Амирхан Арсланов. Момент у Казаряна. И пробивая поворотом, цепляет он ногу Евгеньева. Коржевский оставляет этот эпизод без внимания. Не назначает пенальти в этой ситуации. Евгеньев показывает, что здесь и не могло ничего быть. Казарян на газоне, ему больно, ну, потому что контакт действительно был. Ну, сложный эпизод. Пожалуй, наверное, все-таки имеет смысл с рефери согласиться. Казарян бил и наткнулся на ногу. Евгеньев его не цеплял. Но, конечно, забей сейчас «Легион» третий мяч. Тут бы жара уже настоящая началась.
во всех смыслах этого слова. Казаряну требуется время для того, чтобы воспользоваться заморозкой. В это время он покидает пределы поля, и сейчас Сергей Миронов выходит. Но Казаряну сказал на 2 минуты. Сейчас, мол, приведу себя в порядок и выйду. Ефремов зарабатывает штрафной. Хорошо корпус поставил. Митечкин его руками тянул буквально. Пытался уложить на газон, у него получилось. Арсланов выполняет штрафной почти от бровки. Ну, удар такой, в направлении. Митечкин на фланге. Здесь два соперника. И опять Арсланов здорово играет в отборе. В центр пытался сместиться. Нужно было за счет паса сыграть. Но передача лишняя. И вот теперь только в направлении Ефремова. И здесь Евгеньев ее прерывает. Сумароков назад. Нерокова. Ну, я бы не сказал, что даже прессингует, так выходит скорее на защитника Игорь Крыжановский в таком темпе, что прессингом это, конечно, не назвать. Но Нерков просто вперед забросил и получилось, что отдал, как бы мяч сопернику. Шутин вперед, Алексанян, отличная передача, Гамбердиев 1-1, финтит, бьет, Дементьев выручает свою команду. Не раскончал Александр Гамбердиев голкипера соперника, и там бить уже практически некуда было, нужно было еще какую-то передачу придумать, но момент упущен. А теперь Митечкин здорово разбирается на лицевой момент, и Шутин направо, Гамбердиев назад, Ребенко. Нева в позиционной атаке, Митечкин бьет, Дементьев видел прекрасный момент удара и по классике отбил в сторону. Ребенко. Подача. Уха, принять и пробить. Все-таки с этой позиции сложновато головой так всерьез угрожать воротам. Ну, просто сильно пробить. Можно было бы, конечно, там по какой-то траектории мяч в дальний угол запустить, но перспективней было бы применить какой-то другой элемент. Так, здесь Ишутин выигрывает борьбу Казаряна, и Казаряну, ну, приходится фалить. Поэтому игра остановлена. Евгеньев. Легион сел в позиционную оборону. Это понятно, это логично. Сейчас попытается разжиматься контратаками. Если хватит сил, если позволит Нева. Жановский. Вот неточная передача. Сумароков, Обласов. Направо Арсланов. Зарян. Направо. Обласов. У Легиона есть преимущество небольшое. Обласов неточный пас отдает. Если Шутин опять здорово сыграл на опережение. И мне кажется, что все-таки травма дает о себе знать. Может быть, небольшая у Казаряна, но он менее активен, что ли, в последние минуты. Митечкин хорош в дриблинге. Двух проходит. На лицевой мяч догоняет. Опять обыгрывает Лукьянова и Арсланова. Только в обратном направлении двигаясь теперь. Ребенко. Жановский. Евгеньев. Здорово. Пока, правда, все не опасно, но крутят, вертят и заставляют Легион обороняться. Алексанян и Шутин.
Гамбердиев штрафной против Сумарокова, и тот не реагирует на резкий финт. Гамбердиев бьет в итоге в ближний угол, Дементьев там на чеку, но в защите Сумароков не доработал. Прострел. Евгеньев. Мяч Нева сохраняет. Алексанян. Еще один удар. Опять ударов много, но они не то чтобы очень опасны. Без ошибки вратаря в таких ситуациях гола не будет. Но Дементьев пока не ошибается. Ничкин там, конечно, удовольствие, по-моему, от дриблинга получает, но не всегда его вот эти финты и обводки для команды пользу приносят. Потому что все это ведь не ради красоты, а ради какого-то продвижения мяча ближе к воротам на более выгодные позиции. 19-я минута второго тайма. Тем временем «Легион» достаточно сенсационно обыгрывает «Неву». Ну, сенсационно почему, с одной стороны, да? Ведь мы же говорили в первом тайме, что на сегодняшний день это команды примерно одного уровня. «Легион» даже побольше забивает. У команд примерно одинаковая разница мячей. А значит, что, несмотря на то, что Нева меньше пропустил, не намного меньше. Просто привыкли мы считать Неву топ-клубом, претендентом на что-то. А здесь вот так. Ребенка, Евгеньев. Налево. Митечкин против Ефремова. Обыгрывает еще и Обласова. Направо пас. Подача. Ну нет. Эти размашистые атаки какими-то неподготовленными выглядят. Когда не вот так играет, «Легиону» легко обороняться. Валерий Нуров присел на скамеечке. Так. Очевидно, что его не радует происходящее. Но и поменять он, по сути, ничего не может. Уже на поле как-то перетасовать. Ну, вот он попытался. Здесь схема уже изменена. Замен у него нет. И потеря Лаврентьева, в общем-то, сказывается. Митечкин. На этот раз прочитали его смещение в центр. Виталий Обласов мяч выбил. Евгеньев, Крыжановский. Ну вот, вроде неплохо. Это желтая карточка. Грубая игра. Грубая игра, удар сзади по ногам. Евгеньев немножечко не сдержался. Ну, вы знаете, мне кажется, что вот сейчас Нева совершенно напрасно сбилась на индивидуальную игру. Ну, понятно, футболисты техничные, но без попыток розыгрыша очень сложно будет скрыть оборону «Легиона». «Легион» уже научился обороняться против команд в целом превосходящих в классе. А команды, которые не сильно превосходят в классе, вообще не превосходят, кто как оценит. Тем более. Арсланов после классной диагонали справа входит в штрафную. Мимо плохих мяч прокидывают. Там защитники успевают помочь своему вратарю. Крыжановский. И фол руками придерживали Гамбердиева. К
Жановский бьется, штрафного Демидя перед собой отбивает, и добивание Артака Алексаняна неточным получается. Может быть, и не так легко ему было построиться под скачущий мяч, но все равно подобными моментами разбрасываться это не очень здорово в текущем положении. Абласов направо. Арсланов, конечно, здорово сегодня играет. Понятно, что там Мичкин достался в роли оппонента. И Мичкин-то, конечно, там повозил всех, кто справа у Легиона. Но повозил, ничего страшного, самолюбие задето, но стерпят игроки. Главное, что никаких реальных угроз Нева на этом фланге не создала. А вот в свою очередь в атаке Арсланов действует классно. Здесь Миронов за что зацепился? За невидимую нить. Попытался показать, как-то продемонстрировать, что его там придерживали. Нет, далековато, пожалуй, был Георгий Мичкин для того, чтобы так придерживать. Ну и, естественно, да, сам упал. Вот сейчас соперники, игроки Легиона как раз спрашивают. Да, сам упал, так получилось. Пытаясь подстроиться под мяч. Я, по крайней мере, контакта не увидел. Но важно другое, что после этой скидки Попина Казаряна вот так легко Миронов в штрафную вошел. Это может в следующий раз плохо кончиться, если это система. Заканчивая про Амирхана Арсланова, мысль скажу, что очень здорово он выглядит в отборе в центре поля. И гол забил, понятно, да, и несколько раз прерывал атаки Невы прямо в самом начале. Он их. И Легион получал возможность для контрвыпадов. Так, штрафной Крыжановский зарабатывает. 5 минут еще играть. И на газоне Казарян. Ударился спиной, падая. Ну, в общем-то, нарушал правила, поэтому здесь претензий предъявить-то некому. Просто вот такая самоотверженная игра Пинкозаряна. Немножечко во вред ему уже пошла. Но на команду зато. Вот Александр Седов у нас в кадре был. Видите, сегодня рубашка. Да и вообще, официальный стиль. Ну, штрафной. Я думаю, Коржевский потом это время компенсирует, а это штрафной бьет Крыжановский в обвод стенки. Как бы в другой угол потенциально, наверное, напрашивалось с левой ноги или с правой, но сильно туда, в дальний. Пытался в ближний так всех обмануть, и мяч в сетку с внешней стороны попал. Был ли готов Дементьев к такому удару? Вопрос сказать сложно. Дождик у нас начал накрапывать, но пока урагана и какой-то грозы нет. Так что я думаю, футболисты в комфортных условиях доиграют. Вот Динамо с Эфестом могут попасть немножко. Но сейчас Нева контратакует. Евгеньев здорово сыграл в отборе. Алексанян на правом фланге мяч получает. Бьет Дементьев, выручает свою команду. Может быть, чуть-чуть не в темп. Алексанян, пробей в касание, и было бы больше шансов забить. Но и так получилось здорово. И Дементьев, конечно, просто блестяще сыграл. Уже не в первый раз в сегодняшнем матче Легион он выручил. Еще один момент, но это слабенький удар. И еще какое-то время, да, Легион отыгрывает. Так, Казарян подустал, уже больше обозначает борьбу впереди. Шутин у него достаточно легко выигрывает, ничего не делая особенного. Но Казарян
уже сделал самое главное. Забил мяч. Сейчас, по большому счету, совершенно другие задачи перед нами. Ну, а... Тачки. Очки набранные. Все ближе к региону. Ну, у нас у Валерия Нурова там эмоции. Причем в перепалку-то он с Александром Гамбердиевым вступил. А, Гамбердиев, причем, я понимаю, недоволен поведением Игоря Лаврентьева, который... принял решение не продолжать игру. Ну, тут у Легиона тактические замены. Ефремов, Прихрамовая покидает поле, Лукьянов вместо него. Полторы минуты и... Ну, ничья-то у Легиона уже в кармане. Давайте все-таки по-честному говорить. Если Нева и сумеет отыграться, то вырвать победу навряд ли. Ну, а такие удары... Такие удары, просто минус. Еще 15-20 секунд. К шансам бело-голубых. Казарян. Нет, Митечкин здорово сыграл. Ушел. Вроде бы ушел от Арсланова, но выпустил за боковую. Шутим вперед. Ну, в общем, Нева, вы знаете, так в себя и не пришла по-хорошему во втором тайме. И это заслуга Легиона. Конечно, команда Александра Седова сильнее духом оказалась, скорее. В течение минуты два гола забила и перевернула. Перевернула все. Ну, а затем... Почти 25 минут успешно, спокойно и надежно обороняется. Время и стекло основное. Ну, что-то там, конечно, добавит Коржевский, потому что были паузы. У него в атаке Алексанян пробивает. Рикошета не было. Будет удар от ворот. Кстати, Игорь Гришин вот в кадре появился. Он решил, разминаясь на этот мяч, особо не реагировать. И от его ноги тот улетел очень далеко. Дементьев, естественно, торопиться не будет. У меня такое ощущение, что Нева смирилась с поражением. У нас тут еще дождь зарядил. По-настоящему причем. Ну и, наверное, не ничья уже. Победа. Почти, потому что еще есть время на одну атаку у Невы. Крыжановский направо, Ребенко. В центр смещается, но здорово играет Забласов против него. Убирает на своем знаменитом финте вот этой внешней стороной стопы мяч в сторону. Контратака. Арсланов не успевает отдать на Мишленова, но это уже не важно, потому что мяч от Митечкина покидает пределы поля, и аут будет в пользу Легиона. Казарян. Ну, сейчас можно натягивать и отдавать передачу. Ну, не такую. Здесь все-таки Лукьянов в более выгодной позиции был. Но Миронов все равно разобрался. На ногах устоял Митечкин. Доборолся. И все равно мяч в игре. И у Легиона остается. Миронов в центр передачи. Еще один момент плохих. Как в хоккее щиток кладет, прижимает к штанге. И это угловой. И судя по всему, это все. Александр Дементьев говорил мне до игры, сегодня одержим первую победу. Очки наберут уже, ну а здесь момент, Евгеньев здорово зацепился. Алексанян на левом фланге. Бьет гол, сравнивает счет 2-2. Валерий Нуров, покажите мне его, ну покажите же. Он...
как Дункан Маклауд просто под дождем сейчас к небесам обращается. Могла ли быть такая радость у пятикратного чемпиона Северной лиги на последних минутах матча с Легионом? А вопрос риторический. Легиону респект в любом случае, но победу команда упускает на последних секундах буквально. И последняя атака еще есть. Все. 2-2. Ну что ж, драматичная игра и достаточно интересная. В тот момент, когда мы Неву уже практически похоронили, в итоге какие-то резервы команда все же изыскала. И Ардак Алексанян сумел провести эквалайзер. Наверное, Легион чуть-чуть не дотерпел. Это был качественный матч в исполнении команды Александра Седова. И это точно та игра, которой стоит гордиться. Но это всего лишь одно очко. Первое, в каком-то смысле историческое, первое на весенней стадии вот в этой восьмерке лучших, в элитной группе. Но Легион остается на последней строчке в турнирной таблице, и шансов ее покинуть по итогам чемпионата у него почти нет. Даже если в последнем туре сумеет команда обыграть Голдшарк, ну, другие соперники ЦДК и Гефест, Динамо, конечно, выглядят посильнее. Попенко Зарян недоволен поражением. Эмоции свои он там как-то пытается выместить на спортивных сооружениях, да, на Флотской здесь. Но понять его можно. Был близок результат. Результата добиться не получилось. Но зато мы с вами посмотрели реально классный, интересный и захватывающий матч. Прощаться буду, друзья. И так затянулась вот эта моя финальная реплика. Работал для вас Кирилл Разумовский. Играли в футбол Нева и Легион. Увидимся здесь, на полях Северной лиги. Нанесение номеров и фамилий на спортивную форму. Спортпринтэм.